Очередной привет, ребята. С вами Good Game Tyrann. Мы сейчас ждем следующую игру Star серии. Играть у нас будут сейчас Фото против Absolute Legends главного состава. И вот-вот буквально должна начаться игра. Сейчас ждем. Она должна была начаться как бы в 9-10 по Москве. Вот. Ждем игру. А пока почитаю чат. Какие-то тут странные. Так, вроде мне вот доделали мои худы. Сейчас заценим. Давайте посмотрим, пока игры нету. Так, да. Сейчас поменяем изображение. Ну вот, да, доделали худ. Ну чё, клёво. Неплохо. Новый худец у меня будет теперь. Так, ладно, это все потом. Покидаем лобби и ждем игру. Ждем игру. А у нас тут тотализатор. Вот оно что, у нас там в чатике тотализатор. Нет, ребят, не буду, не би Big Battle Point я стримить сейчас не буду. Я сейчас буду стримить только StarLadder.
Так. Ну что могу сказать? Ждем игру. Шесть минут задержка уже. Кстати, вот это я. Только я сейчас с другого аккаунта стримлю. Ага, вот и игра. Ну что, подключаемся. Ну и как всегда перед игрой, ребят, посмотрю в чатик. Что у вас там интересного? Для тех, кто не в курсе, ребята, так что подключился, как бы нам осталось всего две игры. Это вот Absolute Legends против Фото и следующая завершающая игра RockSkiz против For Friends. Ох, отойдите сюда. Выпрямлюсь, а то что-то подрасслабился. А то еще вырублюсь посреди стрима, храпеть начну. Так что не надо, не надо. Дима, сосредоточься. Ты ж тиран. Что-то, ребята, не грузится вообще. Ну вот все загрузились. Осталось только фото дай. Ну и смотрите, у фото тоже два стендинга сегодня. Что у всех стендинги, стендинги, мало кто играет полным составом. Пикибаны. Стандартные? Конечно, стандартные. Что за глупые вопросы? Никс. Улетает в бан от Фоты. А Бэтрайдера банят АЛ. И думают, думают, кого еще забанить. Freedom of the Action. Ten seconds remaining.
Так, ребят, я сейчас ненадолго отойду, вы пока посмотрите пикибаны. В принципе, ничего remaining. нового я вам не расскажу, все будет стандартно, дефолтно. Radiant team ban. Dire team pick. Keeper of the light. Radiant team pick. Radiant team pick. Queen of pain. Dire team pick. Ну что, насколько я вижу, все, как я и говорил, стандартно. Ну вот это вот нестандартный бан Найкса в первой стадии банов. Ну что ж, значит, Тайлы что-то знают. И хочу вас еще предупредить, друзья мои, скоро-скоро начнется серия конкурсов. Буду разыгрывать разные шмоточки рарные. Всю информацию можно узнать в моей группе ВКонтакте. Ссылка на ней можно найти в описании стрима. Ну или в паузах я оставлю картинку, где вы видите все мои ссылки. Ну, все ссылки, которые вам нужны. Вот. Шэдоу демона. Пикает фото. Ну и Магнуса забирают. А чё? Why not? И Чена забирают. Абсолют Legends. В прошлой игре мы наглядно видели, как ребята отдали Дарксира вместе с Магнусом. Но выиграли игру. Не смогли Эльпрайда реализовать. Магнуса с Дарксиром не получилось. Ну, что-то не пошло у них. Не пошло. Банится Луна, банится Гирокоптер. У обеих команд нету мейн керри, так что, мне кажется, сейчас все довольно-таки жесткие керри будут забанены. Мне кажется, следующим баном АЛ забанит Фантома. Не знаю, кажется мне так. Потому что смотрите, как бы Шэдоу Демон прячет в астрал, а все это сдувает котел, и еще прилетает копье. Ух ты, Тимберсоло забанили, да хорош! Серьезно? Интересно, слушайте. Да, Тимберсол у нас же теперь доступен в ЦМе. Лондруида банит Абсолют Legends. Шреддер! Тимберсол. Шреддер это. И банит Фурион.
Ну, как я говорил, Айла забанят Фантом Лансера. Ну что ж, посмотрим, что ребята у нас допикают. Пака забирают, как я понимаю, в мид против Квапы. Отличный выбор. Ох ты ж. Ну и Аэлла думают над очередным пиком. Найтсталкера забирают у нас Абсолют Лиженс. Ух ты, вот это вот интересно, слушайте. Вот я нас и давно не видел в ЦМах, особенно таких профессиональных команд. СФ трипле от Freedom of the Action. Слушайте. Прикольно. После задувки и астрала будет еще как бы две плюшки от ШД. Ой, это вот от ШД от СФа. Ну, два койла там, ближний, средний, может быть еще и дальний. Ну, средний, дальний точно. Если еще будет висеть Soul Catcher, то пока, товарищ. Встретимся возле фонтана. Ну, а может быть СФ не пойдет в трипл. Может быть, он поет в мид. Варлок! А-а-а, няшка! Как же я люблю Варлока в пике, вы бы знали, ребята. Вот все, Варлок победит, отвечаю. В общем, маня на ВЛ, уф. И сразу же пауза. Тактическая пауза. Вот мне пишут то, что вчера Нави пикали Найтсталкера. Ребят, меня вчера не было. Так что я не знаю, кого вчера кто пикал. Реплей я тоже не смотрел. Что, гоу, 1, 2, 3. И поехали. Так, ставим свободную камеру, потому что неудобно мне автоматической. Хотя пока что можно автоматическую, пока у нас тут разбредаются по лайнам. Пускай на автомате погуляет камера.
Ну что, ребята разбредаются по лайнам сразу же что-то. Не пошли в пятером ни в свои, ни в чужие леса. Ну, поехали. The battle begins. Так, ну, вардишки расставлены. Итак, Найт Сталкер будет у нас в трипле вместе с Рубеном и Ченом. Варлок будет стоять Сова Харт. И Квапа в мини. Против Пака. Так. Варлок у нас будет стоять против Шадоу Демона, Эсефа и Котла. Вот это вот ему будет очень-очень-очень-очень неприятно, больно и противно. Ну, а Магнус у нас, как я понимаю, будет фармить леса. Да. Так, что у нас тут? Первые перепалки между Квапой и Паком. Ага, спрятали тут уже разочек Варлока. Так, делает даблпул и котел. И что будет вес на Пака? Да, поднимают, маны нету. ФБ прячется в шифт, ну и все. Отъезжает. Миракл забирает ФБ, 1-0. Напоминаю то, что стрим можно комментировать, так что оставляйте свои комментарии, почитаю после стрима. Ну и что, и сразу будут забирать медь вот так вот? Вот такой въезд? Вот гопники. И вот смотрите, врываются на Пака на блинке, прогоняют его. Тут нас танкует Мишка. На арбе не уходит Пак. Как бы есть еще болт, дается дагер. Ну и все, Пак сейчас второй раз отъезжает. Прикольно. 2-0 в пользу АЛ. Найт Сталкер на фрифарме. Есть у него 700 голды. И ночью вообще будет... Вообще будет клево. Этой ночью будет классно. Бегали ночь, гуляли всю ночь до утра. Гангали ночью. Стилили ночью. Все делали ночью. Так, Магнус ТП ушел. Нет, как я понимаю, да, против Найтсталкера пошел стоять. Ну, получается, сразу Войд в лицо, две тычки, остается треть хп, еще один Войд, и, в принципе, смотрите, как у нас Найтсталкер просто через Войд и плюсы качается. Вот эта раскачка, прикольно. Ну, посмотрим, как он ее реализует, покупает транквилы. Странная раскачка, на самом деле. Ну, как он без сала, там, ночью, как он бегать будет. Или что это будет вообще за инес? Ну, мид вообще в скором времени упадет, это уже точно. А Вейл уже что-то под... Вот Вейл наглеет. Вот Вейла сейчас цепанут же. Маня не видит ничего. Ну вот, понеслась. Астрал. Соу, оу, без соу кетчера. Ну, хотя бы это хорошо. Но все-таки задувка после Астрала. Хил не успевает отхиливаться Вейл и умирает. Загулял у нас Маня. Ну да, довольно-таки нагло было доходить аж почти под Тауэр против триплы в харде. Ну а Пак все-таки вот в этот раз уходит на арбе, ну и падает вышка в миде у команды Фото. У Найтсталкера там тем временем, что у нас 600 голды, 5 левел, 3 войд. Ну в принципе в начале в замесах как раз именно войд нужен будет. Да и Сава не помешала, ну блин, не знаю, интересно, интересно. Посмотрим на этого Найтсталкера, буду и за ним внимательно следить. У Пака третий левел, ничего нету. У Вапы четвертый, хотя она стояла вместе с Ченом. И Рубена пушли не мид, забрали Пака два раза, ну вот как-то так. У Варлока тем временем третий стоит. Все, вот теперь Маня уже не вылазит. Осознал ошибку.
Понял то, что нужно поаккуратнее играться. И все равно заходит в лес. А ты наглец. Так, ну и Пак что сейчас умрет, получается? Получает даггер и выйдет даггер шифтом. Хотя у нас Мигель забрать куру не получилось. Тут мансует возле этого два таура. Так, ну а Вейлу нужен шестой. Как можно быстрее. И сейчас тоже та же самая вулханалия будет твориться в боте. Ух, Мигель тут врывается на блинке, на котла. Тут еще Магнус его преследует. И надо сейчас уходить. И как уходить? Никак. И ребята уже не помогут. Ну, понаглел. Мигель задавил его, придавил его автобусом. Ну вот врываются ребята. Сразу полетел Войд в котла. Сейчас будет еще вот болт, еще один Войд. И, в принципе, котел отъедет. Нет, отпивается банк. Смотрите, и начинает танцевать по лесам. Включается ночь. А вот и пассивка салом на один. Ну что, еще один Войд, и поднимет его Рубик, да, поднимает, котел отъезжает, сейчас будет автобус, нет, не будет автобус, потому что, во-первых, КД, во-вторых, маны нету, ну, а Чен потихонечку с кентом тут подпушивает лайн. Вот он, небольшой въезд у нас на Магнуса, но маны-то больше нету. Что там у нас у Варлока? Четвертый левел. Делает отвод, и сейчас подвышка будет фармить левел. Будет фармить экспу и голду какую-то. Ботинок есть, и это радует. У СФ, а тем временем ПТ 700 голды сверху. Так, задувает тут чуть-чуть ВНС шоквейвом. Подхарасили. Ну, транквилы спасают всю эту ситуацию. Чен делает тут отвод. Ну и сейчас, мне кажется, вместе с отводом заберут вышку. Эл-Аквапа еще в инвизе. Или это опять будет врыв на Пака? Да, это будет врыв на Пака. Подъем. Болт. Скрим. Орб. Улетает на арбе. За ним блинк. А, не долетает Мигель. Что ты делаешь, Мигель? Эх, долетел бы, забрал бы. Ну, что поделать. Нашли тут Мигеля, задувает прям в лес, ну, от блинков, удачно отблинковывается от задувки, и все, уходит на Сурбен вместе с Квапой. А, нет, Квапан наглеет дальше. В это время Чен вместе с Найтсталкером забирают Магнуса. Вот так, вот такие пироги. НС на тем временем 8 левел, транквиллы, будет армлет, как я понимаю, следующим артефактом. У Вэлла тем временем до 6 совсем чуть-чуть осталось, есть ПТ. Ну, у СФ как бы Огр Клаб уже. Ну, хотя Огр Клаб не особый такой показатель. Хотя как бы 8 минута ПТ Огр Клаб. Ну что ж, посмотрим, к чему это приведет. Счет 5-2 в пользу Absolute Legends. Чен у нас тут бегает с Рубиком, развлекает леса. И что, будут убивать этот один таур в боте или нет? Квапа находит нас реген. Можно было бы дождаться, кстати, 6-го ВЛ, и можно было бы забрать СФ. И кажется, СФ что-то понял, что-то осознал. Ну да, и идут пушить бот. Цепляют Войдом Магнуса. Накидывается сало. Приходит тут Shadow Demon. Дается болт. И опять Чен делает килл. Юзается ночь. Ну, ночь юзается вообще по КД. Так, задувка от котла. Задувка, наверное, первая. О, третья задувка. Ну что ж, тяжело, тяжело запушить. Да, надо как-то убрать с дороги котла, и потом уже пушить. Маня берет тем временем 6 левел. Ну, квапы пока ничего особенного нет. Ботинок, ботл, стики. Ну, хотя бы апгрейжены.
Ну вот, опять у нас есть на Магнуса, Войд, Сайлент, спрячь что в Астрал, ШД, приходит тут уже Пак, задувка пошла. Пак ультует в одного Чена. А Шоквейв, ну Чен тут отъезжает, это 100%, подкинулся Войдом в Магнуса. И... А, вы тут у нас забрали тем временем СФа. Да, и в принципе Баланар выжил. Ну, смотрите, заберет же Пака. Нет, не хватило. Не хватило чуть-чуть. Был бы Армлет, Пак бы точно умер, а так, увы. Хотя мог же проюзать стики и дать еще один Войд, но что-то не так. Что-то было не так. Покупает Армлет, есть уже Армлет у нас на Найтсталкере. Ну и что, будто расцеплять СФа? А как, Папа-то уже ушла, и Голема нету. Хотя с проклятием и хилом, в принципе, СФ и так отъедет, он довольно-таки... Хотя 1100 хп, вы посмотрите. Квапада купила ПТ, есть у него уже нулик. И Чен тут с Савухом выходит, опять пушит лайн вместе с НСом. Пим-пим-пи-пи-пим. Поймали у нас тут маньку и просто с ТП уходит. Разбито нечего, прилетает Магнус и Вейл отъезжает. Наглеет, маня, наглеет. Причем не слабо так наглеет. И что, Вейл тем временем въезжает в Т2 Тауэр в боте. Пока Пак тут развлекается с крипами на миде. Ну тут вышка вообще фуловая, Пак ее точно один не заберет. Тут танк подтанковывает, отводит иллюзия квапы крипов. И да, умирает Т2 Tower. Давайте откроем статистику. 3000 по XP и 5000 по голде имеет преимущество Absolute Legends. Тем временем, у СФ пока больше ничего не появилось. Хочется себе все-таки дофармить БКБ. А у НС появляется Ogre Club. Да, и домики у Чена не так уж много осталось. Ну как не так уж много? Относительно. Буклер, в принципе, уже есть. Остается буквально один рецепт. Ну и с таким пушем, почему бы и нет. Ну вот вес на Пака. Уходит на арбе. Да, уходит все-таки. Но тут уже никуда не уйдешь. Накидывается Войд, накидывается Сайленс. Ой, как вовремя промахи дает у нас котел-то. Ну, тут уже НС тоже не уйдет, ультует в него Магнус. Хотя, смотрите, Чен вовремя ультует, Рубик отъезжает, накидывается Войд на СФа. Че, голем отменяется, хотел голем упасть, но все-таки отменили, потому что, ух, а если бы сюда бы сейчас садануть. Но проклятие висит только на СФе. Ой, какой хороший орб от Пака, но не цепануть, ульты-то нет, ульта уже использована. Ну и 9-6 счет в итоге, после всего. Вот так у нас такой у нас врыв на полуврыв на Чена, ой, полуврыв на котла, полуврыв на Пака. Ну что, опять отменяет голема ВЛ, ставится Сайлент, задувка правда в лицо, и вот так вот отъезжает Пак. Мигель сразу отпивается, что ждать, есть у него тем более ДД. Ну, в бутылке было ДД. Опять задувка, прилетает в крипов, до последнего не долетает. Ну и надо что-то как-то делать. Блин, тяжело пушить против котла, как ни крути, чтобы на нем не было. Ботинок, не ботинок, даже если он светочка будет стоять тут надувать, то это уже неприятно. Ну и
270 хп, и фото ушла в деф. Итак, ну очень-очень хотят забрать у нас вышку Аэлы. Вот Магнус пытался заденаить, ну и что? Что? Да, что Дима денает вышку, а задувка попадает. Ну, Ченна тем временем покупается мека, как я понимаю. Да, летит мека. И больше меня теперь интересует НС. НС 1400 сверху, и следующие драки ему просто как вот, ну никак. Ну, желательно бы иметь уже БКБ. И хорошо бы то, что ВЛ бы ультанул куда-нибудь там в четверых хотя бы под проклятием. Тогда бы и драка была бы выиграна процентов на 80. Ну и в смоках Рубик, ВЛ и Чен. Ну и сейчас найдут Магнуса. Ну, Магнус тяжело цеплять. Ну и что? Все, спалился Рубен. Молодец. Молодец, Рубен. Шоквейв у него есть украденный. Ну что, будут тут пушить вместе с Хвапой, это два тауэр в топе? Или что, или будут дальше искать кого-то? А кого-то тоже искать, смог кончился. Война, война НС и Пака. Ну что, включается армлет, ну и тут уже, ох. Не успевает Пака ничего сделать, орб на КД. И да, в топе будет драка. А тут теперь ответный смог от команды Фото. И что, палится котел, палится Магнус, въезжает тут на квапу, отблинковывается, тут ее уже встречают, разультовывается, дает скрим. Отличнейший голем, правда, надо было все проклятие прокинуть, но у СФ уже есть БКБ. Ну, голему-то на БКБ пофиг, он не знает, что такое БКБ. И делает, и Аэла делает минус 4. И сейчас упадет Т2 Тауэр в топе. Где НС? А НС уже здесь. У НС не хватает как раз вот этой вышки до БКБ. Ночь прошла. Ну вот, НС забирает, да, покупает БКБ. Ну что же, все, вышек у Фото нету. Которые не на хайграундах. Остается убить Рошана, дождаться следующего ульты ВЛ, желательно 11 левел. У Чена уже в принципе все есть, тоже нужно 11 левел к следующей драке. И Рубена бы что-нибудь стырить такое, прям, ну вот такое что-то. Или что-то вот такое. Это что за бред? Точно нормально. Взяла музыка, наехала. В доте. Прикольно, чё. И как ее выключить-то? That.
часа. Бред. Вообще вот тут и Вилат возмущается. Да ладно, ну что началось-то? Что за бред? Откуда эта музыка? Чё там валвы чудят-то? Дайте включу стрим Вилата, послушаю, что он там говорит хоть по этому поводу. Ладно, забили. Travels faster than sound. Кот отъезжает из игры, ставится пауза. И кто мне может во время паузы объяснить, что это за музыка была? Бред. Хотя можно было подождать 15 секунд, потом уже паузить, как бы кот мертвый, все дела там. Ух ты, там ветрище у меня поднялся, это что? Так, ну вот, нажали паузу и продолжаем. Ох, что-то у меня дота громко, очень громко. Потише сделаем. И все равно почему-то она громче, чем обычно. Странно, очень странно. Ну что, падает Рошан. И сейчас вместе с Рошаном будут ребята заходить на хайграунд. Хорошо, она дает квапе. Ой, слушайте, а там у кого-то скоро будет хекс. Посмотрите. Просто 300 на кармане. Хочет себе квапа все-таки дофармить хекс до драки. И это будет неожиданно. Довольно-таки неожиданно для команды фото.
тут вот решаются на смолк. Ну видишь, видели, маг спалился. Давайте въезд. Пак на бег. Хорошая ульта. Шоквейв разультовывается еще и СФ минус Чен. Прилетают сюда два голема. Ух ты, как больно. Магнус увозит ВЛ, забирает также Рубика. И погоня, погоня за Баланаром. Ну, Баланара как бы армлет, с ним он еще поиграется. Ну что, 3 в 3 размен, только вот мейн керри у команды Фото умер. А Буанарт еще живой был. 4 в 4. И Магнус просто уходит с ТП. Зато Квапа хекс дофармила. Выкупается СФ. Надо же кому-то все-таки дефить все это. Големы-то будут пушить, големы не будут смотреть. Так, ну что, отдали одного голема. Ну а Егис цел. Не, надо было все-таки, наверное, все-таки Нессу отдать, а Егу, мне так кажется. Ну и теперь, мне кажется, Элла сделает контр-смоук. У Банара тем временем 200 плюсом. Ух, тут какой влет на Рубен. Это у Чен ультует. Но теряют, ребята, гем. И это печально. До голема 45 секунд. Без голема ребята точно никуда не пойдут. Ну тут вот НС хочет кого-то цепануть, но уже поздновато он прибежал. Можно вот этого товарища цепануть. Но, в принципе, сейчас отопьется, у него еще регенчик тут. Хотя, если влетит НС грамотно с салом, то могут забрать. Ну, просто вот на даггере ТП аут делает пак. Ну и... Кажется, сейчас цепанут Чена. Да. Магнус на даггере влетает, привозит его на автобусе. Соулкетчер уходит в совуха. Ну, это не помешало команде Фото забрать Чена. И ребята, кто у нас... Шадоу Демон прилетает дефить бот. Тут у нас Квапас ДД. Делается второе ТП. Цепляют. Под хексом... умирает у нас Shadow Demon. И что, не будут пока наезжать на SF, а он в БКБ. БКБ уже 7-секундное. Ну, а Квапас спокойненько уходит с блинка. Так, ну, в принципе, голем есть. Осталось только все это цепануть как-то под одно проклятие. Дать ульту и поставить за медло. А дальше, думаю, АЛ разберутся, что кому надо. Ну что, 15 сталкеру остается буквально 1000 до Аганима. Хотя нет, передумал, что-то продал он поинт бустер. Купил башер. Нафиг гоним, пускай будет башер. Вот такие решения. Ну что, надо буду ждать, наверное, Чена. Как бы у Чена мека там. Вот опять. Проблема Айла в том, что не могут никого цепануть. А вот пак тут, в принципе. А вот цепанули пака, спрятали в астрал. Да, прилетает тут два голема. Ультует Магнус просто. Ультует Чен, Вейл умирает. Рубик украл Полярис. Умирает на ССФ, умирает Магнус. Магнус выкупается, минус 3. Делает все-таки Фото. Квапа, у Квапы Аегиса бегит она дальше. Ультует, умирает котел. Умирает также сейчас, скорее всего, умрет пак.
СФ все еще, СФ не выкупается. Нету байбека, как я понимаю. А, нет. Да, нету байбека. Ну и просто Чен тпшит квапу домой. Ну, не получилось опять, не пошло. Ну, не знаю, навряд ли тут выживет Чен. А сейчас просто Магнус на даггере привезет его куда-нибудь. Отвезет туда, где хорошо. Да. Да, да, да. Ну, как-то неграмотно прилетели два голема. Ну, мне так кажется. Хотя, вроде, застанили. Ух, если так дальше пойдет, то АЛМ будет нелегко. Дальше-то все будет сложнее и сложнее зайти. И Рошана теперь нету. Ну, вроде вот есть хекс у квапы, но, блин, надо сразу хексить СФа. Да ладно, Бонни он увидел. Ха. Я тоже видел Бонни, мне ничего не дали. Ну, смотрите, как бы у Айлов-то вообще все вышки стоят. И все практически фуловые. Максимум на треть сбиты. Ну вот, конечно, Магнус с даггером, это для печально для элов. Что у нас еще прикупил Найтсталкер? Угу. Вот так вот, да? Миш Ривер прикупает квапа. Странно, не стал нафармить БКБ. Ну хотя от кого там БКБ? От Магнуса БКБ не спасет. А Магнус это главное, что нужно как-то уничтожать первым в драке. Второй по значимости СФ. А такие герои, как Shadow Demon и Koto, в принципе, сами собой отъедут за месяц от каких-нибудь там големов. Ну, скорее всего, будет сейчас еще один Рошан. А потом уже кто-то что-то будет делать. Что, будут спеть сефа? Ну, в принципе, хекс есть. Но он сразу включает БКБ. Ну и все, 5-секундное БКБ у сефа. У квапы скоро появится Тараска. Квапа керри. Ну что ж, интересно, девки пляшут. Без Аганима, с Хиксом и Тараской. Ну смотрите, тут у Варлока уже скоро рефреш будет. Как бы осталось только рецептик купить. Ну сейчас вот купит Whitestone, да, и остается рецепт за 1800, и будет рефреш. И как эти парни будут спорить с четырьмя големами? Ну там, в принципе, сеф может, там голем будет умирать там с 4 тычек.
с руки СФ, потому что дэмэджа у него просто неимоверно. Плюс еще под бафом Магнуса это вообще просто забей. Тут ради никакая там, не знаю, никакая рапира не нужна. Ну и вот драка за Рошана. Ожидаемая драка за Рошана. Чекает их. Шадо демон. Есть ли там кто? Слушайте, вот сюда есть. Сейчас нет, нет, опять они как-то рассредоточены. Вот если в Рошана влетят два голема, плюс проклятие за медло от Вэлла, тогда будет больно. И что у нас тут происходит? Ага, цепляют Магнуса в Хекс. Но не умрет. Нет, не умирает. На автобусе Сайленс поднимает Шадоу Демона. Болт, падает големы. И что, и пошел заход. Но Магнус-то жив. У Магнуса-то есть полярити. Ну и с големами идут убивать Рошана. Ну что такое? Ну, фото вынуждены отдавать Рошана, потому что, ну, 4 в 5 драться в любом случае не он, даже если нет какого-то саппорта. Ну, в этот раз Аегис забирает НС. Может, это как-то поменяет исход игры. Итак, цепанули нас опять тут. А, нет, не цепанули. А, это Рубик, Астрал, Стерео. А, ух ты ж. Empower. Навешенный на НС, смотрите просто сколько дэмэджа. Ой-о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 й. Вот с эмпауэром НС может много чего начудить. Ну что, Айла просит паузу. Ждем. Ну вот, Айлы готовы. И что? Ждем драку, которая покажет, кто здесь кто, у кого остальные яйки. Так, ну Рубик у нас с блинком. Вот Стрибон. Магнусовская. Полярити. Он с блинком бы ворвался, вот туда улетели бы, упали бы два голема. Ух. Вот это был бы эпик. Но увы, увы. Не видать нам такого пока что. Все боятся. Да и день на дворе.
400 у нас Найт Сталкера, сейчас купит Миш Ривер. А, нет, Абус Блейд просто приобретает перед дракой. У Квапы Тараска 1200, у Варлока. Ну что, у Варлока-то? Да ладно, серьезно? Хорош, хорош! Юра, твоя мечта сбылась. Спали, уходить, блинк, блинк. Хекс, драка понеслась, болт поднимает у нас. Ух, Магнус ультанул просто в троих, завозит их прям под СФ. ОСФ сейчас ультанет, големы прилетают. Ультует Чен, еще одни големы, хорош, минус 5 делают Айлы. Что творят, вот эта драка. Выкупается сразу СФ, выкупается Магнус, бегут сразу же вновь драться. Только ульты-то уже нету. И, ну, все, пока СФ в БКБ, тут плюс еще замедло, Магнус тоже, в принципе, никуда не уйдет, вешается сало, вешается войт, и просто пиу-пиу-пиу. ГГВП пишут фото, и вот-вот, ребята, чего не хватало до победы, я же сказал, ВЛ сделает эту игру. Поздравляем Absolute Legends с победой, ребята, и ждем следующая игра, RockSkiz против 4Friends. Ну, ждем табличку. Домой. Энн справляется домой, покупает травела, возвращается. Ну и начинает тут развлекаться парни. Переагрил. И все-таки забирает. И отправляется опять домой. Ну, ребята развлекаются, не хотят пушить рану, он, в принципе, сейчас сам так упадет. Так, ребята, еще раз говорю, для тех, кто пропустил игры, воды будут ночью залиты. Залью воды ночью. Всем. Ну как, сразу после стрима начну их заливать, а забьются они ближе к утру. Ну, Магнус, сливай, хорош. Нет! И под фонтан. Хорош! Да ладно, ребят, не сосите трон, хорош. Ох уж эти дотеры. Да ну хорош, ну добейте. Вот, ну что, ждем табличку, стоп-старт и врываемся к Роксам.